Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять скорость таймлапса на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в камеру нашего телефона и в камере открываем таймлапс в пункте «Еще». Точнее, он здесь называется «Гиперлапс». После чего в правом верхнем углу мы видим вот такие вот часики, где мы можем настроить скорость нашего таймлапса. То есть он будет быстрее в 4 раза, в 8 раз, в 16 раз или в 32 раза. И после этого начинаете запись, а мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!